Каждая молодая мама мечтает немножечко привести себя в форму после родов, желательно побыстрее, так, чтобы это не занимало много усилий и времени. И сегодня будем делать упражнения с коляской прямо на детской площадке, которые не займут у вас много времени, но отлично проработают все тело. Отдаем коляску маме и расскажем немножко о технике безопасности. Малышка Надя наслаждается прогулками, а мама в это время приводит себя в форму, не отпуская ручку коляски. Конечно же, следим за безопасностью. Обязательно, может быть, используем при необходимости тормоз и не слишком наклоняем коляску, чтобы малыш был в целости, сохранности и безопасности, да? Ну и упражнения, на самом деле, совершенно несложные. Даже катая коляску, можно прокачивать ягодицы, достаточно немного приподниматься на носочках. Это здорово работает на самую проблемную зону – заднюю поверхность бедра. Пусть другие мамы смотрят на то, как наша умеет делать все и сразу. Это гениально! Приседы прокачивают бедра, главное – не заваливайте колено за стопу. Что, перехватываем эстафету у мамы и показываем следующее упражнение. Это боковые махи. Вообще, самая проблемная зона касается живота и ягодиц у женщин, которые молодые мамы. И, собственно, их и будем прорабатывать. Делаем вот такие вот боковые махи. Не напрягаемся. Мама, прошу. Простые махи в бок прокачивают еще и внутреннюю поверхность бедра. Для первого раза достаточно по 10 махов каждой ногой. У мам так много забот, что делать дома упражнения не хватает времени и сил. На улице проще сконцентрироваться на занятиях. Продолжаем наматывать круги по беговой дорожке. Тем более она пустая, и все спортсмены перебегут сюда поздно вечером. Махи ногами тоже эффективны для ягодиц. На самом деле у мам так много разных дел с малышами, что они прикладывают максимум энергии и очень быстро восстанавливаются при условии правильного питания. Но, конечно же, нехитрые упражнения действительно помогают немного поддерживать себя в форме. Так? Если вы молодая мама, не забывайте, что просто важно быть здоровой, правильно питаться и пить больше чистой воды.